Ученые были в ужасе. Неожиданная находка туриста вызвала настоящий шок среди ученых. Во время своего путешествия с семьей Марк Дэвис обнаружил загадочный камень в заснеженной пустоши. Подойдя ближе, он увидел непонятные изображения и рисунки на поверхности. Решив поделиться своим открытием, Марк обратился к исследователям, которые немедленно прибыли на место. Проведя детальное исследование этой местности, ученые выявили десятки подобных каменных артефактов. Но самым удивительным было то, что эти камни показали уровень радиации в 10 раз превышающий норму, согласно дозиметру. После того, как ученые взяли небольшие образцы для анализа в лабораторию, ничего подозрительного не было обнаружено. Оказалось, что внутри этих загадочных камней хранится нечто неизвестное. Рентгеновские снимки этих артефактов и их возраст были представлены в нашем основном телеграм-канале. Продолжение смотри в шапке профиля и комментариях.